Есть один сайт. Выбираешь райский уголок в третьем мире. И вперед. Буду преподавать английский в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге? Послушай, я влюбился в русскую девушку. Я очень рада встрече, Эллиот. И у нее родился твой сводный брат, Федор. Ну, привет, Эллиот. Как долго вы намерены у нас прожить? Пару месяцев, может, больше. Я приперся в Россию, в этот Санкт-Петербург, а меня послали. Куда ты меня заслал, придурок? О, привет, Федор. Меня зовут Эллиот. Я подумал, вдруг тебе захочется встретиться. С меня на неделю квартира, с тебя урок танцев в день. Да, классно. Как вчерашняя репетиция? Ты хотел мне что-то сказать? Аня тебя любит, а ты даже боишься сказать, что у вас что-то есть. Не строй из себя умника, чувствительный ты наш. Ну ты даешь. Вы только что предали самого близкого вам человека. Я не знаю, как это бывает. Прости меня. Пошел ты. Людям нужен отдых, логично? Я точно не знаю. Не уверен, что я вообще в России.